Здравствуйте, в эфире новости, в студии Евгений Синебок. Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Слова благодарности глава региона опубликовала в своем аккаунте в Инстаграм. Цитата. «В трудную минуту именно от их оперативности, профессионализма, навыков зависит судьба тех, кто оказался в беде». Конец цитаты. Кроме того, губернатор поделилась видеороликом с историями о трудовых буднях работников скорой помощи в Югре. Поначалу, когда едешь на вызов, кажется, что едешь в неизвестность. Но затем видишь пациента и начинаешь понимать, что медлить нельзя. Начинаешь оказывать помощь. На скорой результат виден сразу. Пациенту стало лучше, и такое ощущение, что у тебя вырастают крылья. Каждая успешная реанимация и спасенная жизнь делают меня счастливым. Ради этого, я считаю, стоит жить. Накануне праздника губернатор побывала в гостях у работников скорой помощи Ханты-Мансийска. Глава семейства Александр Павлович работает на скорой уже больше 30 лет. 16 из них фельдшером в Югре. Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ветеран труда Российской Федерации. По его словам, год для скорой был сложным. Он, как и большинство его коллег, мужчин, вошли в ковидные бригады. Спасать же тяжелых пациентов с инфарктами и инсультами пришлось женщинам. Это был такой тяжелый год, это так тяжело было работать. Просто домой приходил, как выжатый лимон. Я просто преклоняюсь перед нашими девчонками. У нас основная масса мужского населения ушла на ковидные бригады. Бедные девчонки. Это вообще... На все другие, даже конечно, не одинаково же... была загрузка, что ковидная, да, что да, не ковидная, да. Потому что сократилось. И такие же бригады тоже попадались. А пациенты не знаешь, такие тяжелые. Это тяжелые пациенты были. Это инсульты, инфаркты, это все насилочные, у нас бедные девчонки. Это вот им надо памятники ставить, правда что. Они вот такие все маленькие, щупленькие девчушки-то. Вот кому надо. Вот я, конечно, перед ними склоняюсь, перед нашими девочками. А папа после прививки изменился? Стал красивее? Ну давай, участвуй в программе. Или может у него там какой-то более добрый стал, менее строгий. Нет, так вроде ровно, да? Не такого фатального, нет такого влияния, да, прививки, нет? Узнаешь ты, короче говоря, папа. Хорошо. Сегодня медики принимают поздравления целый день. Добрые слова сотрудникам станции скорой помощи в Ханты-Мансийске сказала заместитель председателя Думы Югры Наталья Западнова. Она поблагодарила всех работников скорой за их мужество в борьбе с пандемией. Напомню, на станции в Ханты-Мансийске трудится больше сотни человек. Это врачи, водители, диспетчеры. Они работают в режиме 24/7. В среднем за сутки медики выезжают на 80 вызовов. Отмечу, что это первый год, когда отмечается этот праздник. Идею о профессиональном Дне работников скорой помощи в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Те, кто работает в скорой помощи по всей стране, они были первыми, кто встретился с пандемией. Причем, когда о коварствах этой болезни мало кто знал, как она проявляется, и сами переболели очень многие, но в то же время постоянно были на посту и постоянно в круглосуточном режиме, без отдыха, оказывали помощь. Поначально, в силу того, что еще не было достаточно знаний о том, с чем мы имеем дело, люди, конечно, были насторожены. Но никто не отказывался, все шли в бой, все, значит, принимали, обслуживали вызова, зная, что там можно столкнуться с инфекцией. Коронавирус. В Югре победили еще 56 человек. При этом специалисты зарегистрировали 52 новых случая. Заболевшие есть в 13 муниципалитетах округа. Больше всего положительных тестов в Ханты-Мансийске. Здесь заразились 16 жителей, в Сургуте 11, в Нягане 6, в остальных городах и поселках по 5 и менее случаев. На момент выявления у 41 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония. Под наблюдением медиков находятся свыше 8 тысяч югорчан. Коэффициент распространения инфекции равен 0,82. Состояние 31 пациента врачи оценивают как тяжелое, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.
В Ханты-Мансийске Ниссан улетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло на улице Индустриальная. Водители и пассажиры на марке получили травмы. И это единственная авария, которая произошла в Югре за сутки. Кроме того, полицейские задержали 8 пьяных водителей, двое отказались проходить медосвидетельствование. Один сел за руль под шофе уже не первый раз. Штраф за выезд на встречку получили 13 водителей, еще 33 человека нарушили правила перевозки детей. В Сургутском районе ввели особый противопожарный режим. Речь о Локосово, Ультьягуне, Тундрино, Рускинской, а также межселенных территориях. Здесь спасатели уже зафиксировали два возгорания сухой травы. Пожарные просят жителей быть внимательными на майских праздниках и соблюдать правила безопасности на отдыхе. Разводить костры и сжигать сухую траву в это время категорически запрещается. Административная ответственность в условиях особого противопожарного режима уже не предусматривает предупреждения, а влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30, на юридических от 200 до 400 тысяч рублей. Жительница Нефтеюганска Зоя Бузаева отметила 90-й день рождения. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент Владимир Путин и губернатор Югры Наталья Комарова. Когда началась война, Зое Мироновне было 10 лет. В 41-м она потеряла отца, пришла похоронка. Тогда вместе с братом и сестрами ее семья перебралась в совхоз, где они несколько лет собирали табак и выращивали скот для фронта. День Победы она встретила в школе. В 54-м работала контролером на Уральском военном заводе. Там же встретила своего мужа. Вместе они перебрались в Узбекистан, жили в Киргизии, а в конце 70-х переехали в Нефтеюганск. У Зои Мироновны дочка, двое внуков и 6 правнуков. Она может сказать, это тебе некрасиво, не идет, сними быстро, давай. Она вообще у нас любит модничать. Она еще, несмотря на то, что у нее зрение слабое, да, на один глаз. Я приду, она у меня еще тут выкроит что-нибудь, умудряется. То ей там халатик где-то не по фигуре сел, она там наживулит. Она у нас вообще очень клевая. Югорские параспортсмены привезли россыпь наград со всероссийских стартов по легкой атлетике. В Адлере завершили соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего в борьбу за медали вступили 156 спортсменов из 28 регионов страны. Они состязались в метании диска, копья и булавы, а также в толкании ядра. В состав окружной команды вошли 26 легкоатлетов. Югорчане завоевали 29 медалей и установили 5 рекордов России. По итогам стартов Алексей Ашапатов, Дмитрий Душкин, Замир Шкахов, Евгений Малых и Сергей Махов вошли в состав национальной команды и теперь примут участие в чемпионате Европы. Он пройдет в Польше. 1 мая в Ледовом дворце спорта в Ханты-Мансийске стартуют чемпионаты первенства Югры по фигурному катанию. В состязаниях примут участие 150 спортсменов из Мегиона, Сургута, Ханты-Мансийска, Покачеи, Радужного, Когалыма, Урая, Нижневартовска, а также Нижневартовского района. Завершатся соревнования 5 мая. А теперь расскажем о событиях культуры. Сегодня в Ханты-Мансийске в Доме музея народного художника СССР Владимира Игошева начала свою работу выставка «Труженикам тыла». Экспозиция приурочена к 76-й годовщине Победы. Вернисаж представляет творчество Ирины Воробьевой. Художник графическим языком повествует о сложных судьбах простых людей в военное и мирное время. Особенно ярко автор рассказывает о трудовых подвигах женщин. Выставка продлится до 23 мая. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта снизилась в цене на 32 копейки. Стоимость 1 доллара сегодня составляет 74 рубля 95 копеек. Стоимость европейской валюты, напротив, увеличилась в цене, правда, всего на 1 копейку. За 1 евро сегодня предлагают 90 рублей 46 копеек. К этому часу у меня все новости. Увидимся на телеканале «Югра». Самый крупный муниципалитет Югры, Нижневартовский район, вновь возглавил Борис Соломатин. Кандидатуру главы единогласно утвердили на заседании районной думы. Народные избранники в четвертый раз доверили управление муниципалитетом Борису Соломатину. Вступая в должность главы Нижневартовского района, перед лицом жителей клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа Югры, устав Нижневартовского района.
В этот же день состоялась инаугурация избранного главы муниципалитета. Церемония транслировалась в онлайн-формате. Борис Соломатин принес присягу и получил официальные символы власти. В числе первых вступлением в должность Бориса Соломатина поздравил митрополит Павел. Желаю вам крепости, сил, здоровья, успехов, Божьей помощи в управлении Нижневартовским районом. Конечно же, надеюсь, и на дальнейшее наше соработничество с Ханты-Мансийской митрополией. В торжественной церемонии также приняли участие представители правительства Югры, главы поселений, почетные жители района. На любых мероприятиях национальных, и в будни, как говорится, и в праздники вы с нами. Мы это помним. И мы надеемся, что вы в новом десятилетии будете также относиться сердечно, заботливо к коренным народам севера нашего района. Борис Соломатин будет возглавлять Нижневартовский район ближайшие 5 лет. Напомним, он является бессменным главой муниципалитета с 2006 года. За это время район стал одним из самых стабильных и развитых уголков Югры. Борис Соломатин намерен выстраивать работу так, чтобы муниципалитет и дальше сохранял лидирующие позиции в регионе.